Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня будем подготавливать к холодному копчению снова карасей. Карасей будем солить классическим способом. Ну, сейчас сначала разделаем, а потом начнем уже солить, так сказать, подготавливать непосредственно к самому копчению. Карасики такие небольшие, серебристый карась. Чешую хотите снимать и хотите нет. Я сниму чешую. Для меня без чешуи, так сказать, делаем, можно сказать, для себя, чтобы чешуи не было. Лучше прокоптиться с двух сторон, я имею в виду со стороны шкуры, ну и, соответственно, внутри тоже прокоптиться. Чешую я сниму, у карася она хорошо снимается. Ну, такого и с ногти вообще можно пальцами все это снять. Так вот, просто убираем чешую. Напоминаю, чешую можно не снимать. Но, чтобы лучше прокоптилось, я имею в виду со стороны шкуры, ну и внутри, я чешую сниму. Чешуя у нее плотная, у карася. Голову удаляем. И разделаем по спинке. Ну и сразу раскрываем его. Карасика. Это все кишки убираем. Черную пленочку убираем. Ну и промываем. Плавник. Ну, и также поступаю со всеми остальными карасиками. Ну все, карасика почистили, помыли. Такие, вот сейчас подготовим посолочную смесь. Посолочная смесь будет состоять две части соли. Вот я беру. И одна часть сахара. Будет достаточно. И перемешиваем все это. Так получается 2:1. Для засолки буду использовать вот такой ящик садовый для продуктов. Так сказать, колодкой будем засаливать карасиков. Берем карасика сначала крупных, те, что покрупнее. Вот так вот их примяли, сколько он взял лишнего, так встряхнули, и шкурой вниз укладываем в ящик. И так поступаем со всеми карасями. Как раз нам хватит этого количества, чтобы засолить всех карасей, которых мы разделали. Все вот так в ящике, я его ящик приподниму, конечно, чтобы стекал ту злук, который будет образовываться, соль сейчас вступит в реакцию с рыбкой и начнет вытягивать влагу с карасиков. И надо, чтобы оно, карасики не лежали в ту злуке, которая будет выделяться, а стекало вниз. Это я сейчас поставлю ведро пластиковое квадратное, контейнер, и оно так будет у меня солиться в холодильнике одни сутки. На одни сутки забываем про этих карасиков. Ну, вот так вот он у меня будет в холодильнике солиться. Здесь такие подставочки он сделал из брусочков. Смотрите уже, сколько тузлука выделилось. Буквально прошел час. И вот так он будет солиться в холодильнике при температуре это плюс 5, плюс 7 градусов в течение суток. Просаливаться. Карасики перед засолкой были выморожены при низких температурах. Если не вымораживать, прям свежий солить, то засолка... Долгая засолка, а потом вымачивание. Таким способом именно вымораживается, чтобы убить всяких паразитов, которые могут находиться в рыбке. Вымораживалось при низких температурах. Так, у меня при минус 26, вымораживалось трое суток. Но прошли сутки, как бы засолили карасика. Смотрите, видите, соли почти нету. Соль, можно сказать, вся растворилась, вот местами есть. Сейчас что делаем? Промываем их в холодной воде, убираем лишнюю соль. Ну, также можно просто протереть салфетками, можно убрать лишнюю соль. Но я промою в холодной воде, оботру салфетками от лишней влаги. Вот он весь узлук, который выделился при засолке. И повесим ялица.
Ну все, промыли, повесили карасика вялиться. Вот так вот они у меня будут вялиться в ШВСе. Вялиться будут они у меня около 9 часов. Ну как, 3 часа вялиться, час будут отдыхать. Именно вялиться, не сушиться. Температура вялки 20-25 градусов. Влажность в помещении должна быть ну, не более 70%. Тогда у вас все завялится, все будет отлично. Включает. Ну все, карасики подвялились. Именно подвялились, не высушились, а подвялились. Вот они плотные, но, так сказать, не прям сухие, а вот именно вяленые. Не прям высушенные. Все, сейчас берем и перевешиваем в коптильню и будем коптить. Вот такие вот карасики. Вот так они будут располагаться в коптильне. Все, закладываем дровишки, дым пошел обильно, я имею в виду зольник включаем на полную мощность, так сказать. Дым пошел обильно, включаем холодное копчение электростатическое и коптим в течение часа. Также не забываем перед каждым копчением проверять все расстояния вот от этих шипов, так сказать, излучателей, чтобы нигде ничего икрило, чтобы не искрило. Чтобы не было замыкания на продукт. Если будет идти замыкание, то у вас электростатическое поле образовываться не будет. Температура копчения 20-25 градусов. Это как бы идеальные условия для копчения. Ну, прошел час копчения. Дровишки достал. Термоаккумулятор на ноль. Дым выключил, холодное копчение, сейчас еще минут 5 поработает, остатки дыма еще покоптятся, и выключаем холодное копчение и будем открывать. Еще дымок чуть-чуть есть. Вот такая вот рыбка получается, золотая. Копчененькая. Сейчас отправляем в ШВС, буквально часик обдуем и положим в холодильник часов на 6. А после обязательно все мы это попробуем. Карасики, простой способ засолки, копчение, так сказать, в электростатике, но можно коптить и в обыкновенных коптильнях. Только время копчения будет увеличено, соответственно. Ну вот карасики отлежались, в холодильнике они у меня отлеживались, подвяленные. Пробуем. Прямо вот так разрываем. Здесь хребет. Вот видите, со стороны хребта все просолено, жирненький. Малосольный, очень вкусный. Классика. Соль, сахар, рыба. Очень вкусно. Под пиво. Да я так любитель пива. Покушать. Пользуйтесь рецептом. Очень простой классический рецепт засолки карася. Всем приятного аппетита и до скорых встреч.